Здравствуйте, дорогие друзья, на связи Дмитрий Николаев, приветствую вас всех на своем канале. Сегодня с вами поделюсь таким способом, как подсветить клавиатуру. Самый простой, но самый надежный и эффективный способ, вы в этом сами убедитесь, когда досмотрите ролик до конца. Иногда бывает так, чтобы не мешать общим светом нашим домашним, когда они спят, вот приходится выключать полностью свет, а свет от монитора все равно не дает такого эффекта. И не видно, что на клавиатуре где находится. Вот и был придуман по таким причинам вот такой способ. На все про все на эту подсветку клавиатуры ушло всего лишь $5. Итак, мы начинаем. И сегодня вот мы надумали все-таки сделать подсветку под свою клавиатуру, дабы не включать свет, который иногда мешает всем, кто спит рядом. Поэтому мы решили делать подсветку. Для этого нам понадобится отверточки, стандартный набор отверточек. Потом вот этот ножик такой канцелярский, столярный. Паяльник. Термотрубочки. Блок питания. И вот непосредственно сама светодиодная подсветка, такая полосочка. Ну, как она будет работать, как мы ее будем сейчас все собирать до кучи, мы будем показывать. Ну и, естественно, нам надо будет выключатель и вилка. Естественно, кусочек провода. Так, мы достали наш блок питания из коробочки. Значит, вот эти провода коричневые и синие, это у нас идет на вилку в 220 вольт. Это у нас два провода плюс и минус. Идет непосредственно на саму светодиодную вот эту полоску. Приближаем светодиодную полоску и смотрим, что вот вверху у нас идет минус, а внизу плюс. Соответственно, сюда нужно и припаивать минус черный провод, красный плюс. Ну, припаиваем. Итак, мы припаяли к нашей светодиодной ленте провода от блока питания, как видите, и вот уже кусочек защитные трубочки прямо вот насаживаем на нее. Немножечко проходимся огнем, чтобы она подплавилась и плотненько легла на наше соединение. Ну и вторые два проводка, которые идут с блока питания, мы сейчас сначала подключаем к нашему переключателю, чтобы не постоянно горели наши диоды. Ну и после чего будем уже подсоединять провод в вилку. Ну и подсоединяем вот к вилочке последний, как говорится, шаг. Так, первая проба включения. Вот так ярко светит такая наша светодиодная полоска. Посмотрим, как она будет уже над клавиатурой. Мы берем нашу полосочку и отдираем ее защитную пленочку, чтобы с этой стороны ее аккуратно приклеить. Вот так вот оттерли и убираем в сторону. Теперь ровненько под клавиатурой мы приклеим непосредственно саму нашу полосочку. Немножко прижимаем. Теперь сюда, на наш блок питания, на наш выключатель, мы двухсторонним скотчем крепим к столу. Отрезаем по кусочку, приклеиваем сюда и сюда и прикрепляем. Так, вот под столом мы разместили и блок питания, и рядом с ним выключатель, ну, который идет к вот этой нашей полосочке. Пробуем его включать при свете. Вот так прекрасно, по-моему, получилось. И теперь выключаем свет.
И вот так светит клавиатура. Получилось такой нашей подсветкой. Везде вот темно, никому никто не мешает. И клавиатура получилась с такой подсветочкой. Вот такой простой, удобный, недорогой и эффективный способ у нас получился. Ну и сразу вам всем его советую, рекомендую. Кто также вот нуждается в подсветке клавиатуры по разным причинам. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий Николаев. Всего всем хорошего. До скорых встреч.